Добрый день, видеообзор на iPhone XR в корпусе 13 Pro. Убитая задняя крышка. Корпус целый, не гнутый. Абсолютно все функции у данного смартфона работают, он не вскрывался, все нормально. Кроме того, что битая задняя крышка, присутствует еще небольшие выгорания по корпусу. Вот они. Если вам видно, конечно, вот желтая полоса по контуру получается. Труд он есть. Wi-Fi сети видим. Камера рабочая, нормальная. Фронтальная также исправна. Динамик не хрипит. Американец на 128 гигабайт. Аккумулятор 86%. Face ID исправен. За эти деньги отличный аппарат. Рекомендую к приобретению. Спасибо за просмотр.